Полузащитник футбольного клуба «Держава» Сергей Ермаков. Сергей, комментарий по игре. Проиграли, обидно. Могли выиграть, быть третьи, ну, с бронзовыми медалями, но не получилось. Сил нет. Две тяжелые игры провели с Екатеринбургом, с Ростовом. Выиграли. Но сегодня с Саратовым сил уже не хватило. В чем причина такой невыразительной игры в обороне в первом тайме? Потому что были какие-то допущенные глупые ошибки, совсем непривычно было видеть это. Ну, накопленная усталость, мне кажется, сыграла свою роль. Три игры в три дня, тем более игры такие довольно-таки сложные. Нет времени на восстановление. Ну и в последний день, да, тяжело. Еле их бегали уже, сил нет. А у Саратова была одна товарищеская игра, первая. Им попроще в этом плане. Спасибо.